Эта часть комплекса была создана при Петре I, который любил поработать на земле. Сад, занимающий 15 гектаров, был использован для овощных культур. В трех водоемах разводили разные виды рыб. Верхний сад изменил свой облик во второй половине 18 столетия. Именно тогда там появились фонтаны. Первый из них – дубовый, который начал функционировать в 1734 году. Название свое получил из-за свинцового дуба, располагавшегося в центре круглой композиции. В наши дни здесь находится скульптура «Амур, надевающий маску». Фонтан «Межеумный» установлен сразу при входе в верхний сад в 1738 году. Его название означает «неопределенный». В середине бассейна круглой формы – крылатый дракон, вокруг которого находятся четыре фонтана дельфина. Фонтан «Нептун», который построен в 1736 году, считается центральным на территории верхнего сада. Сначала была композиция телега Нептунова из свинца, покрытая позолотой. После восстановительных работ появилась другая, «Нептун». Она сохранилась до настоящего времени. Скульптура располагается на высоком постаменте из гранита в центральной части бассейна прямоугольной формы. Окружают ее четыре фонтана маскарона. Фигура Нептуна окружена нимфами, дельфинами и водяными конями. Со стороны каскада фонтана – статуя Аполлона Бельведерского, а с другой – богини и боги – Флора, Помона, Зефир и Вертмунд. Квадратные пруды – водоемы-резервуары для фонтанов Нижнего парка. Их украшают скульптуры под названием «Весна» и «Лето».